Сначала вывезли на середину реки, отправили в свободное плавание, только через некоторое время начали спасать. Это было задание по оказанию помощи людям, терпящим бедствия на водных объектах в летний период. Как справились с задачей спасатели, выяснила наша съемочная группа. Утром в четверг в районе речного вокзала на берегу Терцы развернулся лагерь спасателей. Сотрудники МЧС приводили в готовность спасательную катеролодку. В роли тонущего один из сотрудников в добровольно-принудительном порядке спасатели вывезли на катере на середину реки, после чего отправили в свободное плавание. На помощь тонущему с берега, используя натянутый через реку трос, на надувной лодке отправился спасательный отряд. Доставив пострадавшего на берег, коллеги-спасатели оказали ему первую помощь. Человек спасен, задача выполнена. Волонтеры Тверского государственного медицинского университета показали, как оказывать первую медицинскую помощь. 7, 8, 9, 10. Дыхания нет, начинаю реанимацию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Конец мая. Это значит, что тверичане открыли купальный сезон. Но многие забывают, как правильно себя вести. Начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Тверской области Станислав Дмитриев рассказал, кто больше всего подвергается опасности на воде. Больше всего подвергаются опасности это дети, так как они еще не подготовлены, скажем так, к полноценной жизни. Ну и люди, которые в алкогольном или наркотическом опьянении, они не отвечают за свои действия, за свои поступки и, скажем, не рассчитывают свои силы. Для того, чтобы обезопасить себя и других на воде, председатель Всероссийского общества спасения на водах Тверской области Сергей Ильюков дал четкие рекомендации, как избежать несчастных случаев. Хочу дать совет тем, кто хочет отдохнуть на воде. Это первое, не употреблять спиртных напитков. Следить за окружающей обстановкой. Потому что не только они отдыхают. Рядом еще будут окружающие отдыхать. Случаи были, когда два мужчины сидят, выпивают, а девушка мимо них поругалась с мужем, идет в воду в платье. Никто даже не обратил внимания, что она идет просто топиться. Вот. Девушка утонула, у них на глазах, они даже ничем не смогли ей помочь. Дорогие тверичане, будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности.